Что вам сделал этот человек? Этот? Ничего. В деревню зашел, колечко на хлеб поменять. Только есть у нас нечего. Из-за черных. Поля вытоптали, разграбили амбары, сожгли сады. Вот вместо хлеба и получит петлю. Люди, неужели вы меня не слышите? Я этой войны не хотел. Я бежал, чтобы домой вернуться к жене и ребенку. Возьмите все, что у меня есть, только жизнь оставьте. Пустите его. А может, нам ему еще и провианту в дорогу дать? Коня сообразить? Черные нам пощады не давали, так и от нас ее не дождутся. Я пробовал по-хорошему. Теперь попробую силой. Спасибо. Если бы не ты... Если бы не я, погиб бы только один. Ты правда едешь к жене? Да. Прямо перед войной у нас родился ребенок. Девочка. Я ее назвал Беатрис в честь бабушки. Почему? Почему ты мне помог? Потому что не люблю самосуд. Иди давай, и пока не перейдешь Яругу, держись подальше от деревень и больших дорог.